Ну что ж, первый раз меня кто-то снимает. Сейчас поедем в центр, немного покатаемся, маршрут рандомный. Думаю, все будет отлично. Отвратительный асфальт. Спасибо. Thank you.
справа от нас гостиный двор. Мини-экскурсии, что знаем. Хотя сам и родился в Москве. Блядский мотоциклист стоит между рядами. Страшно было немного пролетать.
Пока в сторону уйдем. То мало ли что. Тип нас на мобилу снимал, как мы проезжали. Незаметные пешеходы. Мы, как правильные люди, по велодорожке поедем теперь. На которой на встрече тебе должен ехать сумакачик или идти пешеход. Мне кажется, эту цель преследовали, когда их делали. Сразу чуть не встретились с корешком этим. Можно сказать, идем на второй круг. Маршрут как бы рандомный. Сейчас что-нибудь придумаем. Надо что-то отчебучить. Чили. Рельсы, рельсы. Новокузнецкая была знаменита одним, мне кажется, из тусовочных мест. Это рюмочное второе дыхание. Фиксик какой-то поехал тоже. Давай, езжай. Лезли. Тринадцать-двенадцать. Сейчас чуть поколбасит. Да, маршрут, конечно, вышел чисто вокруг одних и тех же мест покрутиться. Живописных видов не было обещано. Вот вам еще велодорожка.
где ливневка находится в яме. Ты там можешь легко остаться. Видимо, оно так надо. Ебаный таксист. Так, мы спешим. Нам надо ехать. Немножко опасно, но сделаем это. А здесь я, кстати, чуть не въебался в тарантаса. Мог получить бы медаль. Здесь копейка. Многострадальная моя задняя покрышка. Какой-то дешевый Китай, беспонтовый вообще, ничего не держит. Надо встать посреди дороги, посмотреть, что там. Чисто ебалом поторговать пришли. Тем временем мы въезжаем в догму. Но так и заканчиваем скуф-райд.
Ну, блядь. Кто вас побрал? Да-да-да!